В Кургане 21 апреля произошел пожар. На улице Щерса, 93, огонь охватил нежилое производственное помещение, которое находилось на реконструкции. В частности, горел утеплитель класса «Сэндвич». Токсичный дым было видно из разных точек города. Площадь пожара составила более 600 квадратных метров. За 23 минуты пожарным удалось локализовать огонь. 50 человек личного состава и 14 единиц техники работали по повышенному номеру вызова. По причине пожара предварительно могу сказать, что нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых, конкретно сварочных работ. Пострадавших, погибших нет. Личный состав, задействован при тушении пожара, также не пострадал и не получил никаких повреждений.